Никакой особой миссии у России не было и нет. Не надо искать никакой национальной идеи для России, это мираж. Жизнь с национальной идеей приведет сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обязательно приведет к террору. Нельзя добиваться возвращения России какой-либо единственной идеологии, потому что единая идеология рано или поздно приведет Россию к фашизму. Дмитрий Сергеевич Лигачев, советский российский литературовед, историк, лингвист, филолог, профессор. Рекомендую ознакомиться с трудами этого человека и вообще почитать, кто это такой был на самом деле. Если у вас, конечно, будет желание хоть что-либо знать о правде.